А ты как вообще к поп-музыке относишься? Вот, типа, потому что мне кажется, для меня это типа такой, как сказать, важный признак для музыканта, мне кажется, любить попсу. Просто вот, типа, причем чем она как бы более какая-то деконструированная и всратая, тем, мне кажется, Я лучше. отношусь к поп-музыке вот Конечно. так. Серьезно. Вот так. Братан, если так серьезно относиться к рэпу, то я ебал вообще, блядь, что делать. Поэтому я в попсе, брат. Я в попсе. А, это Стоунер. Да. Охуенный мужик. Да, он вообще, потому охуенный. что... Причем, типа, я когда с ним познакомился, самое смешное, что, типа, мы вообще были абсолютно из разных сред, и, типа, несмотря на то, что ему абсолютно не было никакого понта там со мной общаться или еще что-то, он всегда был максимально, типа, приятным типом, корректным, как бы, своим и так Вручал далее. мне 100 Который раз вообще тоже, респект Кейстонеру. даже, ну, ты знаешь, там, типа, доходило до ситуации, что реально я просто там поднахуярился на вечеринке, он говорит, чё, поехали просто со мной в отель, блядь, типа, бахнешься, просто поспишь, типа, ну, реально, тебе будет проще, чем сейчас что-то мутиться, еще просто, типа, погнали. И это прям, ну, Кейстонер, нормально. Мы снимали клип на трек «Шоплифтер», он будет у меня на альбоме, там, Яникс, Скали Милана и Кейстонер. И... А я так просто ему вкидываю, типа, раз ты в Москве, Гост, Ритухи отснимем, может, сегодня какой-нибудь. Он такой, да, давай, братан. И в моменте я жду Скалли у себя дома, чтобы его переодеть в одежду какую-нибудь. Все, мы уже приехали. Ну, крутую, типа. У меня просто много шмоток крутых. И, короче говоря, мне звонит Стонер в таком ключе, что типа, братан, что ты меня заебал, бля, я типа, что за несерьезный подход, бля, я тут собрал нахуй, типа, столько человек, я такой, каких ты человек собрал, типа, он такой, у меня тут 5 машин, братан, что за хуйня, я такой, что за хуйня, и мы приходим на место, братан, там был просто пиздец, я охуел, мы приходим снимать трек, который начинается со строчек, у меня проблемы с наркотой, я только что тупо залип на стену, я тупой, я ебу твою девочку. Да, типа, я ебу твою девочку, она стонет так, как будто я ебу ее ногой. И типа, блядь. И мы приходим, я в ахуе. И мы в итоге стояли, флексили, все тачки не арендованные, все вылизанные просто и... Ну вот так. Ну и типа человек просто подсуетился, просто потому что ему хотелось сделать кайф. Да он даже не суетился, это просто То его просто друзья подъехали, и типа, пацаны ему респектуют просто, да. 163-го, знаете, подъезжайте, блядь.